22-летняя Настя Каменских выбрала эффектный образ для появления в суперфинале 10-го сезона украинского шоу «Ха-фактор». Певица примерила наряд в стиле диско. Настя похвасталась своим образом перед поклонниками. Она взобралась на стол, где приняла провокационную позу. Супруга Потапа надела комбинезон цвета металлик, который подчеркнул ее стройную фигуру. Волосы звезды стилисты оставили распущенными, а в макияже акцент был смещен на глаза. На руках у артистки были оригинальные рисунки, которые перед эфиром ей нанесла певица Оля Полякова, еще одна из членов жюри шоу. Поклонники пришли в восторг от нового эпатажного образа Каменских и засыпали ее комплиментами. «Во-во-во, полегче, покажи им, детка, богиня дискотеки, красотка. Классный комбез, смотрю сейчас Ха-фактор, прекрасное жюри, прекрасные выступления. Спасибо вам за то, что вы делаете. Очень идет такая стрижка», — написали фолловеры. Победительницей проекта стала 17-летняя Элина Иващенко. Девочка ранее участвовала в украинской версии шоу «Голос». Дети в проекте «Черноморские игры». Недавно Настя Каменских в сексуальном наряде ошеломила мужчин. Артистка позировала полностью обнаженной. Певица посмотрела порно вместе с мужем.